В столице Поморья прошло открытое первенство города Архангельска по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменок из Архангельска, Мирного и Северодвинска. Гимнастки «Фок-звездочка» завоевали 9 золотых наград из 11 возможных. Открытый турнир проходил в индивидуальных и групповых упражнениях. К тому же гимнастки выполняли комплексы на получение спортивных разрядов. Что касается соревновательной программы, то среди мастеров спорта безоговорочное первое место завоевала наша прима Виктория Шахина. По программе кандидатов в мастера спорта убедительную победу одержала Валерия Пургина. Также отметим наших юных звездочек Наталью Федотову и Дарью Осипову. 3 и 4 декабря «Фок-звездочка» принимает открытое первенство Архангельской области. В городе Корабелах выступят более 250 гимнасток из 14 городов России.